закрытый для людей город оказался открытым для наркотиков. Более 2 лет жители Железногорска беспрепятственно получали амфетамин, который им приходил из Санкт-Петербурга по почте. Как рассказали Федеральной службе безопасности по Красноярскому краю, обнаружить в посылках наркотики не удавалось, так как поставщики прятали их в плюшевые игрушки. За все время таким образом в закрытый город через КПП удалось переправить около килограмма амфетамина. А это, по расценкам черного рынка, больше 2,5 миллионов рублей. Теперь находчивому уроженцам Железногорска грозит до 10 лет лишения свободы, а студенту из северной столицы России и вовсе светит 20 лет.